Выпив для храбрости, 30-летний мужчина решил пересечь границу вброд через пограничную реку Псоу. Однако, едва ступив на российский берег, был задержан пограничниками. Как пояснил задержанный, он давно хотел вернуться в Россию, но знал, что законных путей попасть в страну без последствий у него нет. В 2005 году он проходил в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по факту убийства. Тогда в одном из городов Ставропольского края в результате нетрезвой потасовки он нанес одному из ее участников несколько ударов ножом. Сейчас органами дознания Краевого пограничного управления ФСБ России в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. Рассматривается вопрос о передаче уголовного дела Следственному комитету по Ставропольскому краю.